Так как плетеночка у нас уже есть, давайте теперь сделаем колечко к нему. То есть я бы хотел сделать так. Shift A. Возьмем теперь цилиндр. Перевернем его. R по Y на 90. Так, и увеличим. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Вот так где-то. И теперь уменьшим по S по X. Вот так, наверное. Вот так сделаем, да. Хорошо. Так, теперь здесь давайте дырдочкой проделаем, да, сначала. Я экспериментирую сейчас, поэтому не гарантирую, что с налета, с поворота пойдет все. А, нет. Это, конечно, не годится. Так, здесь и здесь выберем. И, конечно же, мы сейчас, так скажем, и и сделали, и пробили бридж. Вот. Вот так пробили. Теперь мы сделаем здесь Ctrl-R. Давайте так сделаем. И S. Раз. Вот так, так, наверное. И раздвинем по X. И Ctrl-V. Примерно себе это представлял. Ага. А теперь уменьшим это дело. Вот. Так вот. Замечательно. Далее мы должны будем отодвинуть G по X. Вот сюда сначала. И да. Классно. Все хорошо. И сделаем еще Shift D. И по X тоже. Подвинем вот сюда. Надеюсь, что нормально. Надо посмотреть. Да. Похоже. Отлично. Кольцо получилось толстоватое. Мы его утончим. Это будет S. Вот так. Да? Хорошо. Но я еще хочу сделать ямочки здесь. Не знаю, пошире сделать колечко маленько, наверное. Так. Давайте пошире сделаем S. S по X. Вот так. И эти тоже. S по X. Но нет. Мне надо этот отодвинуть. Этот G по X. Сюда. И G по X вот сюда. Соответственно, сделать их чуть-чуть меньше. Вот так. И это. Угу.
Мне бы хотелось, чтобы эта штука находилась как бы в пазу. Поэтому я вижу только один момент. Я попробую сейчас, знаете что? Я попробую сейчас взять. Вот этот торус, во-первых, развернуть его R по Y на 90, да? Ах, я уже хлопнул, да? Мне так не видится. Надо им поуправлять здесь. Ротацион по Y. 90 градусов. Вот так. 90 градусов. Теперь сегменты, сегменты, радиус. Мы должны сделать вот таким вот этот радиус. Так. Теперь по иксу передвинуть маленько. Все можно управлять, что прекрасно. Диаметр. Там где-то сделать так. Чуть тоньше. Чуть-чуть. И вот теперь все время забываем. Прилепил, называется. Ну, это неправильно, конечно. Ну, ладно. P selection. И теперь опять развернем его на вот играем назад, слепил я. Отыграем. Зараза.
selection is, все хорошо. P. Selection это P. Ну, давайте тогда мы сделаем следующее. Вот, сейчас мы его D и потянем сюда по оси X. Так, чтобы сразу уже наделать канавки. Вот так. Так, но эту и эту нам надо сделать subdivide surface. Это тоже subdivide surface. Smooth и smooth. Все. По X еще немножечко, чуть-чуть вот так сделать. Так, вот. Надеюсь, этого будет достаточно. Если нет, поправим. Ладно, вот так достаточно будет. Так. И теперь вот это и это, скажем, Ctrl-Z соединили. И вот от этого надо будет отнять вот это. Difference. И наоборот. Ха-ха-ха. Все время забываю. Вот это отнять от этого дифференса. Вот. Вот. Угу. Ну и теперь здесь нам надо будет еще немножечко потолще сделать, скажем, Е и С. Вот. И здесь. Просто вот это вытянуть, вот это и вот это. Сказать, что S по X. Вот так. Вот так. Так, ну-ка, смотрите, удали. Так. И вот так, да? Что мне не дает покоя, это вот, вот это вот некрасиво. Ну, посмотрим, как она поведет себя, если мы, скажем, цилиндр. Subdivision. То есть, ребята, просто надо было чуть побольше делать.
чтобы вот не было вот этого вот, надо было чуть побольше делать канавки. Ну, ладно, пока так. Так, ну а дальше надо придумать, что сделать здесь в середине или орнамент. В всяком случае, вот пока так. Потом я придумаю, что сюда еще подложить, да? Хорошо. Так и оставим пока.